Смотрите, какие покрышки уже старенькие от времени. Потресканные, потресканные. Я уже какую-то камеру клеил, ехал на работу и пробил колесо. И прям по дороге ремкомплект у меня есть, я клеил камеру. В общем, заказал я новые покрышки. Первая причина — это из-за того, что они старые. Вторая причина — из-за того, что они очень узкие. Это 25, по-моему, 700 на 25. 700 на 25. Это тоненькие покрышки. Утром дорога мокрая, получается, на поворотах поворачиваешь и можно грохнуться. Взял я себе покрышки с Амазона, посылка пришла. Это 28-е покрышки Швальбе Лугана. Распаковка, в общем, короче, видео. Две покрышки было. И чем же тебя открыть? Такой вот наборчик купил себе недорогой, так в рюкзак кинуть. На всякие пожарные шестигранники есть, три головки, 8, 9, 8, 9 и 10 миллиметров. Отвертка крестовая, отвертка плоская и под головки рычаг вот этот. Так, ну ладно, это не самое сейчас главное. Главное сейчас распаковать. Все делаю на земле. Приехал после работы, хочу сейчас до дождя все поменять. Завтра дождь будет, чтоб не это. Чтобы по дождю ехать уже с нормальными покрышками. Так, пришли у нас в комплекте две камеры. Камеры, что не Швальба? Наверное, нет. Импак. Так, никель Преста. Одну камеру в сторону. Вторая камера такая же самая. Две покрышки. Это что у нас? Так, ну здесь благодарность. Thank you for purchasing. Короче, не буду это переводить. Все нормально. И вот эти покрышки. Швальба Лугана. Стоили они, две покрышки и две камеры, что в районе 37, по-моему, фунтов. И доставка вместе с упаковкой, короче, 39 фунтов. Ну, пускай будет 40 фунтов. Вот Швальба Лугана, 28-е, по ширине 28 миллиметров. Вьетнам. И уровень прокола 3. Внутри идет вот желтенькая такая вот полосочка здесь из 7 уровней. Это 3 уровень прокола, антипрокола. Такие вот две новые покрышечки. Сюда повешаю. Сейчас я буду ставить потихоньку. Все буду делать на полу. Чуть-чуть неудобно. Нет времени это все сейчас выносить. Видеокамеру всю эту подключать. Сейчас на переднем колесе покажу, как это все делается. Заднее поставлю. Так, это сюда.
эксцентрик. Скручиваем. Все, колесо снято. Смотрите, я чуть-чуть открутил, чтобы болтик эксцентрик не вылазил. Подложу сейчас сюда бумажечку. Вот так вот. И буду, комарики какие-то летают, раздавил одного, и буду менять. Камера идет у нас престо, сейчас эту штучку откручу, затем нипелек и спускаю. Теперь беру две лопатки. Кто не знает, как пользоваться этими лопатками, просто вот такой крючочек на ней идет, а эти штучки, чтобы за спицы цеплять, вот так раз и за спицу зацепил. Еще одну. Далеко взял, попробую поближе. Есть. За спицу зацепил. За спицу зацепил. А рядом аэропорт. На прошлом, последнем видео было слышно даже, как самолет летит, когда я уже видео монтировал. Конечно, я это все увидел. Затем просто вот так вот беру, стягиваю вторую покрышку и вытягиваю. Сейчас посмотрю, если эта камера не клеенная, которая... А хотя это у меня камера под 23, да? Под 23. Нет, 25-ка. Но все равно поставлю новые камеры, пускай эти будут на запас. Это в сторону. Сосед у меня здесь есть, сейчас будет здороваться. Не хочет здороваться, прошел мимо. Так, в общем, такое дело. Берем первую покрышку. Первая покрышечка. На переднюю камеру, на переднее колесо можно ставить без разницы, все равно потом колесо крутнуть. Ну, пускай будет у меня эксцентрик с правой стороны. Значит, по ходу движения стрелочки протектор вот так поставлю. Одеваю аккуратненько. Одеваю. Есть. И вот так на коленке стану. Чуть-чуть неудобно. Камера на груди, приходится как-то и в экран в нее заглядывать. И смотреть, что делаю, чтобы видно было. Сюда. Зато по-простому. Без всяких там наворотов. Так, и теперь надо найти дырку под. Вот это так называется. Под ниппель, сосок. Окей. Скажи hello. Hello. Это мой сосед. Интересный мальчик. Здоровается. Так.
Вставляем камеру. Главное, чтобы камера не перекрутилась. Начинаю потихоньку вот так вот вставлять и камеру засовывать. Неудобно чуть-чуть. А если включить широкий угол, наверное, потом некрасивое видео будет. Все делаем не спеша, потихоньку. Так, главное сейчас не закусить камеру и этими же лопатками назад. Раз, два. Так, чуть-чуть подтянем. Раз. И вот так вот. Два. Так, есть. Теперь нужно сосок протолкнуть, чтобы камера залезла в покрышку, потому что когда буду накачивать, бурт вот этот вот камеры вылезет. Не камеры, а покрышки вылезет. Где мой насос? Ой, так, вот мой насос. Смотрите, у меня такой вот насос. Этот насос такой чисто походной, но хватает головой накачать колесо. Вытягиваем. Так, что там? Вытягиваем сосок. Есть, да, все нормально. Этот насос идет под престо и под золотник. Вот престо идет, резиночка вот так вот вытягивается, и здесь пластмасска. То есть вот эта пластмасска, да что ж ты, улетела где-то, вот она. Вот эта пластмасска вставляется, это на престо, это на золотник. То есть если нам надо накачать золотник, переворачиваем вверх ногами, кидаем сюда и одеваем резинку, чтобы широкая дырка смотрела на вас. Под престу надо, чтобы вот эта дырочка смотрела вверх. Ложим сюда и маленькой дырочкой к вам. Есть, одеваю и закрываю. Начинаю потихонечку откачивать. Пока хватит. Чуть-чуть качнул. Теперь просто покрышку хорошенечко вот так вот распрямляю. Блин, какая же резина классная, мягенькая. Заводничок у нас нормально, ровненько. Можно накрутить на него колечко это. Есть. Так, сюда опять. Это все в сторону. Одел, открыл и поехали.
еще можно посвечать. Это качнул, это закручиваю. И колпачок должен быть черный. Вот он черный. Мне желтые больше нравятся. Поставлю старые желтые. Все. Колесико готовое. Shimano 105. Переднее классное колесико, 20 спиц, мне нравится. Короче, так же самое сделаю и на заднем. Сейчас выносить. Ну все, установил я покрышки. Швальбы Lugano 2. Что такое 2? Я не вдавался в подробности. Маркировка 28 на 622, 28 на 1.1-700, 28C. Это стрелочка в какую сторону, в какую сторону едет. Завтра поеду на работу, я думаю, все будет хорошо, буду ездить и не переживать. Старые покрышки можно в утиль, камеры оставлю, пригодятся.